Скажи мне, кто такой защитник? Защитник – это который, защищает людей. Охранники. Защитник – это который спасает и всегда людям помогает. Например, если кто-то упадет с вершины большого здания, может спасти Человек-паук и Бэтмен. Защитник – это который всех защищает. Это который защищает людей и родину. Защитник – это кто защищает дома и людей. А вот защитник – это может быть мужчина или женщина? Может быть разные. Обязательно мужчина только? Да. Ты думаешь? Мужчина. Только мужчина может? И дедушка. Это кто защищает родину? Только родину защищает. И людей. А что такое безопасность? Безопасность – это чтобы мы не умерли и остались. Вот женщина же должна как-то себя защищать, уметь драться, как ты думаешь? Ну, может быть, моя мама дерется. А ты видела, как она это делает? Ну, я еще маленькая была. Это вот так, как-то вот так стоят, как готовы к бою. И еще бывают разные такие соображения. Должна? А ты умеешь драться? Да. Да? Ты с мальчиками часто дерешься? Иногда. Oh.